Славка, что можешь сказать о матче? Очень трудный был матч. Было видно, что Интер как-то нервозно начал эту игру. Да, конечно, это была тяжелая игра, дерби игра. Это можно сказать, что это была игра, чтобы попали в тройку. У нас видно было нервоза, потому что мы хотели выиграть эту игру и попасть в тройку. Да, был такой шанс. Просто из этой нервозы начали такие ошибки. Я думаю, что в первый тайм лучше сыграли, чем второго тайма. Не знаю, зачем так начали. Потом весь второй тайм у нас были такие ошибки при пасе. Не должно так играть, но надо сделать, чтобы получше было в следующей игре и такие ошибки уже не допускать. Всегда бывает обидно, что когда лидеры теряют очки, в тех турах Интер тоже теряет. Вот сегодня очки потеряли Нефчи, который уступил Сумгаиту, и Габала, которая в ничью сыграла с Реваном. Но Интеру тоже не удалось обыграть. Конечно, знаешь как, у нас такая политика, и так тренер говорит, мы должны сами себе помогать. Да? Не надо смотреть другие команды, как заканчивать, просто нельзя. Нельзя, потому что прямые конкуренты ты сам себе показываешь, можешь или не сможешь. Я думаю, что мы можем, мы покажем вот это и в следующем. Игры, но так и ошибки, как второй тайм, между игроки, в смысле, так пас игра не пошла, но так нельзя позволить еще раз. Самый, думаю, интересный чемпионат в этом году проходит. 5 команд уже ведут борьбу за призовые места, за чемпионство. На твой взгляд, кого видишь фаворитом и сможет ли Интер найти себя в этой тройке призовой? Конечно, конечно, мы будем бороться до конца. Видно, что Карабах в этом году чуть-чуть есть там. И хорошо играет, и им удалось, что в этом дерби они не ошибаются. Поэтому я говорю, нам нужно выиграть в дерби игры и не терять ошибки с командой, которая находится под нашим местом. Да? Так что должен быть сконцентрирован. Еще много игр есть, но, как сказал, выиграешь этот игры с конкурентами, будешь на третьем месте 100%. И последний вопрос. Впереди Интер ждет сложный выезд в Ланкаран. Хазар команда уже после паузы очень хорошее впечатление произвела. Пару слов о предстоящем матче. Сами знаете, Хазар Ланкаран, что представляет за азербайджанского футбола. Да? Всегда между первые 4 команды. Будет очень тяжело. Будет очень тяжело, но я сказал, мы будем всегда бороться, как на каждую игру. Там пойдем, чтобы выиграли эту игру. Наш уход назад, нету другой. Если хотим тройку попасть, должен там выиграть. Спасибо большое и удачи. Вам тоже.